На фоне событий в Гааге правительство КНР опубликовало заявление о суверенитете, морских правах и интересах в Южно-Китайском море. Китайские острова в регионе включают островные группы Дунша, Сиша, Джунша и Наньша. Китайцы ведут хозяйственную деятельность в Южно-Китайском море более 2000 лет. Китай раньше всех обнаружил и назвал острова в ЮКМ, стал их развивать мирно и эффективно управлять ими, что обосновывает исторические права на них. После окончания Второй мировой войны Китай восстановил суверенитет, соответствующие права над островами Южно-Китайского моря, которые были незаконно оккупированы Японией. В 1947 году китайское правительство обнародовало новые географические названия островов в Южно-Китайском море и карту их расположения. После образования КНР в 1949 году страна подтвердила свою позицию по Южно-Китайскому морю рядом правовых актов. Территориальный суверенитет, морские права и интерес Китая в Южно-Китайском море имеют достаточно исторические и правовые основания. Китайская сторона неизменно выступает против незаконной оккупации некоторыми странами островов и рифов архипелага Наньша. Китай уважает принципы свободы навигации и полетов над Южно-Китайским морем, предусмотренные международными правовыми нормами.